Дала ей консервы утром голодная. Дается потихоньку гладить. Потихонечку что-то еще и огрызается. Сейчас дам ей гостинчик. Она съела консервную рыбную. Другие кошки не едят эту консерву рыбную. Она ела, она ее съела махом. Аж вон жир расплылся по... Надо ей купить какую-то тарелку. Все тарелки куда-то... А? Дай угощение. Давай, кушай. Она его рук быстренько так чик-чик и съедается, как будто это конфета для нее. Все, мы поехали, девочки, мальчики. Смотри, как конфету. Вот ляк-ляк-ляк съел. Ладно, приедем, покормлю еще. Так, закрываю здесь и уезжаем на работу. Все. Так, закрываем и едем. Соседи. Эля, прокура. Покурась. Макси. Малбрави. Я Сукоста. Вам из тих урафи. Я ты на прошех ту піди. А хто ж на прошех і мене? Я вчора вечором мила машину, смотрите. Вау! Видно, нет вам? Нет. Вот так. Вот так, смотрите, сколько. Я вчора вечором мила машину. Вау, 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 як ти стаплена в ту кінету. Ми ту ластику, ми пісі. Охи, ти бабризі таплена кала. Ота гірі саме? Не, то вради, поти же люди, які тай за тигата. О, бо. Пліса мене, дяк. Не. І пане врухи, дек сиру. Хураси домі ту Анна. Собрався, блін. Забив он. Посреди дороги став, машину поставив. Наших соседей машина здесь. Смотрите, что она вся в пыли тоже. Ну, я вчера мыла, так, девочки, вот даже капли, видите, вот, даже капли застывшие. Я вчера таким этим шлангом, с таким напором мыла, чтобы вымыть пыль вот эту, которая вчера насела за два дня, которые мы ездили с дороги. А тут, смотрите, чего упали. Ну, пишут, у меня компьютер пишет, и телефон пишет в дождь. Ну, вон, видите, смотрите, какие цветочки красивые у соседей здесь. О, на балкончике, смотрите, как красивенько. Ну, она пишет дождь. Нас травят, травят, сказали пыль. Какая нахер пыль? Откуда столько пыли, блядь, берут они? Пыль, блядь. Поэтому я сегодня не выходила на балкон с утра. Даже не открывала дверь на балкон, даже окна не открывала. Потому что разноцветные игрушки наши. Верные друзья, их обманывать нельзя, потому что вот такие вот дела вот. Вот, ладно, забыл так забыл. Вечно все торопится, меня тормошит. Давай, давай, а сейчас... Ой, я забыл инструменты. Вот так вот. Светка куда-то пошла. 10 часов. Сегодня прям аж едешь и прям пыль глотаешь, девочки, мальчики. Пыль сыпется сверху, как будто это, блин, пирожки, испеченные в печке. Ой-ой-ой, ключевая забрала из машины. Вот, такие вот дела. Прям аж этот, на зубах это пыль, в горле это пыль. Везде это пыль, цветочки у олив. Вот слазит там. Ой. Ой, фантик от этой карамельки. Это самого Кошкина. Нравится ей. Вчера я ей дала две штуки. Сегодня, ну, приеду домой, еще дам. Она и так их и ест так вкусно. Так видела я этот самый. В ТикТоке один парень из Белоруссии кошечку кормит. Такими штучками угощает иногда. Вот. Ты накиваю. Здесь Вайс почистил. И здесь тоже вчера почистил. Почистил. Все здесь так вот. Сколько почистил, сколько не почистилось. Которая трава косится, которая не косится. Вот здесь почистил вчера. Видите, свежее видно. Ой, ящик притащила сюда. Вот от этого самого. Он сегодня взял, как сказать, чистить деревья будем. Вот тут. Такси. Что теперь делать? Вот.
Вот такие вот вещи, девчонки, мальчики. Угу. Да, Ксия? Ой. Если ты кафаришь, если кафаришь, какие-то кремастыканы до Оля Фила, а тата. Смотри, вот они все висят на дереве. На дереве. Нет, где пьяну. Где кан типа-то. Он говорит, не убирай все. Это все уйдет. Вот, видите, оно все на дереве примостилось. Трава. Скоро распустятся здесь цветочки. У оливочки. О, груша. Вон грушки есть еще, грушки. Ахлади, айхунки, ахлади, ешь, ахлади. Ага, этот. Мила, я пью полилулудья. Прохте сыр там и пью лигу и там. Тура Никсон, да? Смотри-ка, что. Сегодня еще более, а там уже не чищено. Еще. Сегодня еще больше этих самых. И какие-то увиды спойны вишенки, и на ксопломене гуруни я иду и на дене. С кавом в аду. Да. Вот. Яблонька цветет во все. Карайка, влядь сюда. Да. И до эска, смотри. Мила. О, и мила, это шапи. Да. Лазили здесь всякие животные. Вот такие вот дела, так что... Сегодня семеро Борис на капшу скирываю, семеро друзья их, вон, бревна. А, на кафариже Оля, я что написал, Олюш? Ты яляев или спаля? Я ему не разрешаю в новых очках чистить здесь. Надевай, говорю, старые, говорю. Пускай, я говорю, и они испортятся, чем, говорю, новые, которые купил. Купил все очки, блин, солнечные, дорогущие. Наскоро потерял солнечные очки и вчера нашел их во французской школе. Видимо, он их забыл или что, или как, или... В сумке у него была, они... мы их искали, нигде найти не могли дома. А вчера звонит, пошел вечером во французскую школу, говорит, мама, я очки нашел. Я говорю, ну ладно, вон, видите, сколько ему еще косить. Вот, потихонечку здесь надо все убирать понемножечку. Вот это надо... Дерево постригать, оно что-то сохнет. Не знаю, что сохнет. Маленькое сохнет, не знаю. Надо обстричь его, чтобы осталось чуть-чуть совсем. И вот это тоже. И вот это тоже. Не знаю, что-то вот этот район. Вот этот вот не это самое. Даже вот там деревьев нет. Не знаю, что-то вот эта полоска плохо. Ладно, девочки, мальчики, все показал вам. Я здесь почистил. И будем сидеть. Такие вот дела. Вчера я жарилась на солнце. Вчера такое солнце палило. Сегодня тут такие тучки. Но пишут, что дождь будет. Но мы пока ехали, у меня на этот самый, на стекло 3 капли упало. Я посчитала. Честно вам говорю, по дороге. Это может быть откуда-то, может быть, задуло. Или как? Ну, 3 капли упало. Давайте, увидимся. Загорело чуть-чуть. У меня лоб загоревший. Вся красная. Сидели сейчас на солнышке. Вайс потом передвинул стол. Сейчас сидим вот здесь чуть-чуть тенечки. Но облачка, и сегодня солнца так нет, выглядывает. Сказали, дождь будет, но дождика нету. Я сегодня... Вчера и сегодня в новых кофтах, которые купила в магазине за копеечки. Вот так вот. Снять надо. Вот такие вот вещи. Волосы надо привести в порядок, как только... Ай, к Пасхе. К Пасхе. Нам надо кончить здесь работу, а потом себя приводить в порядок. Вот такие вот дела, девчули, мальчики. Сидим, отдыхаем, мы чай попили. Чай попили. И Вайс подбежал, поскакал по лесам, по лугам. Смотреть, что у него тут за работа осталась. Травку почикал, трава выше его. Пока чикал, она такая высокая. Сейчас ставлю момент этот сюда. Посмотрите, какая трава чистила. И...
травка. Сквозь траву, трава вышивается. Лазит. Сейчас я вам этот грабли, он цапку возьмет и пойдем дальше чистить. Мы почистили вот здесь вот деревья, видите, чистые. Мусор собрали в кучки. Этот, и будем сейчас вот здесь почистить. Вот этот ряд весь чищенный, кроме одного дерева, вон там, где белое. Этот весь ряд чищенный. Там половина по рядам чищена, здесь половина по рядам чищена. Там наверху очень много грязи. И вот надо сейчас здесь, он где почистил, тоже почистим. Да? Эх, пулидуля! Эх, ой. Ты на кафарижишь? Тащит свою ту самую. А? Машину тащит. Бензине? Бензин нам зальет сейчас, чтобы чистить. Травушку, мурашку. Вон у него там, видите, что залезло на рабочее место. Надо убирать. Эх, из бензина мазишь? У тебя... А? Ага. О, у меня, говорит, что в кармане бензин есть. Здесь в кармане бензин есть. Зальет. Что будет делать, не знаю. Пама на кафарижем до драки, охи на ковши, ты хорта. Ага. 10 деревьев почистим, говорит. Лигу на кафарижем, или 10 деревьев, говорит. Сейчас домой. Сосед там на том участке. Впереди вот там. Через дорогу, через поле. Вот это поле там еще работает. Он вчера тоже поздно приехал работать. Вай смотрит, не забыл ничего. Какие? Уристе? Дакси. Мусорка. Но у нас вот этот ряд, тот ряд полностью сделанный. Ну, сделали мы очень много сегодня. Где-то 50. Пусть у нас трианда пенде дедров яхнам и дынины. Вот, закрываем. Перемены? Дакси, клист. Не. И этот. Или фертудом. Если снимаешь штучку, это фуф. Пыльное все. Пыльное. Все пыльное, девочки, мальчики. Везде пыль. Везде пыль. Вась садится. Машину я тоже сейчас сяду. Сейчас приедем в Волос. Там малая будет пищать. Пищать. Будет кушать, хотеть. Вон. Все почистили. Все почистили, все чистенько. Жестехи стоят в тукинто. Все жарко в машине. Мухи летают, у гадства. Ой. На сегодняшний день мы с мужем сэкономили где-то 300 евро, что сами работали. Если бы работали рабочие. Ну, ксикру расту. Если у меня ключи, он что-то ждешь, говорит. А я забыл, что у меня ключи в кармане. На. Метопод я на пас. А, не. Ну, лошадь, говорит, поставим, говорит, чтобы нас тянуло, говорит. А я с его кафом перемену, я тебе на навесов ту кинету. Тлеутинов то. Эка, это игоки, я тебе на навесов ту кинету. А у меня ключи в машине, от машины, говорю, в штанах. В кармане лежат, я говорю, я села в машину, ты не включаешь машину, говорю, что такое? Нехорошо что-то. Ладно, смотрите, сколько в очках, на очках, смотрите, видно, нет, сколько пыли у меня. Я работала. Вот, такие вот дела. Мы сэкономили примерно 300 евро за 5 дней. Вот такие вот вещи. Мы едем домой. Пока всем, увидимся. Сегодня вон кто к нам пришел, видите? Столько дней работаем, они не приходили. Сегодня пришли.
Сегодня у меня голос лучше намного. Да? Вы пришли к нам, да? Да. Да. Ты канете. А? Ты канете. Ты канете. Эла. Эла на шихай депшу. Дефелис, дефелис. Вон тот гладится. Этот не гладится. Эла. Эла на шихай депшу. Эла. Эла. У тебя там этот клещ сидит. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Эладо, эладо, эладо. 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 Не облизывай меня, у меня, я тебе клещ вытащу с глаза. У тебя там клещ, эладо. Эла, не хочешь? У него там клещ сидит, надо его вытащить с глаза. Только ты меня не укуси. Ну-ка, иди сюда. Эладо, ми фувасе. Эладо. Фу, ведь яре, фувата. Эладо, на глазу надо ему этот самый вытащить клещ. Уши чистит, там целая куча клещов. Да, 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 там тебе чешутся, они тем у тебя чешутся. Иди сюда, тебе с глаза его вытащу. Ну, соленый ты носик, соленый, да. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Эла, эладо, эладо. Эладо, эладо, эладо. Эладо, эладо. Эладо, эладо. Эладо. Я тебе вытащу клещик. Иди сюда. Не даешься. Боится. Да иди сюда же ж ты. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Где ты вот это вот нашел? Ну-ка, подожди. Перемен, эладо. Ай, фу, витьяри. А тот тоже. Тот не подходит. Этот что-то подходит. Чуть-чуть. Не могу ему вытащить с глаза, хотя бы его выдернуть, что ли, вот так вот. Ну, ну, иди сюда, иди сюда. Укусит еще, я боюсь сама, он меня не укусит. Если укусит, потом что я делать-то буду? Ну. Оливочки. Деревца мои. Там ничего нету. Там ничего нету. Иди сюда. Иди. Выключу камеру, может получится. Вытащила, кровь теперь течет у него там. Я ему только как рванула. Теперь кровь там у тебя течет. В глаз попала кровь, да? Ну что, теперь лучше так, чем не этим самым, с этим самым, с долбанным этим клещом. Лучше так. Да, 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 да. Ты такой хороший. Ты такой хороший мальчишечка. Я тебе выдернула его, кровь течет теперь. Взяла, как рванула. Он взвизгнул. Ну ничего, она пройдет у тебя, пройдет. Ты глазку потом вымоешь. Пройдет из глазки. Пройдет, там кровь течет. Там не дает. Как я ему должна вытрать ему? У меня есть салфеточка. Где она, салфетка у меня? Сейчас салфеткой попробую глаз вытрать, кровь. Помните, один день я вам снимала, здесь была луна. Сегодня ее нет, видите, все чистое небо, нигде, вон самолет летит. Вон самолет летит. Не, нету никакой луны, ничего не видно даже, нету вообще луны. Даже в помине солнце светит. А в тот день луна была, и солнце светило. А сегодня вообще ничего, никакой луны, ничего нету. Одинаковое время вам снимаю. Там было 2:30. Ну, 2 часа где-то. И сейчас почти что 2:30. Вот такие вот дела, девочки, мальчики. Как нас нам обманывают. Вон солнце светит, а луны нету. Что раз луна светила, и солнце светило. Одинаковое время, только несколько дней разница. Вон самолет вот там летит, видите? В облаках, в небе. Сегодня ветер. Вот так вот. Как нас обманывают, что есть луна и что есть солнце на небе. Вот так вот. Видите, как спит с нами здесь. На бугорок улегся. Этот кобелечек. Вот. И лежит. Балдеет. Да?
Вон какой. Улегся прямо на бугорке. Лежит здесь. Вася здесь сидел на теларе. Вася вот здесь сидел, он там сзади лежал у него. Еще где-то один лазит, который я ему вытащила этот. Из глаза вытащила этот. Цибури, цибури называется по-гречески. Клеща. Он где-то спрятался. Ладно, Вася траву почистил. У него бензин кончился. Сейчас пойдем, вот там у нас еще два дерева остались, туда пойдем. Что ты там увидел? Что ты поднял головку? Лежи. Он у меня здесь был стакан, он меня стащил, ему туда утащил мой стакан. Я воду пила, чтобы горло у меня не кашляло. Давай, все смотри, смотри, что делается. Да, да, ты такой красивый. Иди сюда. Вот, давай, почухай. Ну, давай, почухай. Почухайся. Ну, такой пес у нас здесь. Развлечение. Луны так и нету. Помните, я вам показывала в прошлый раз, луна была. Ее, наверное, забыли включить. А ту, которая там была тогда, забыли выключить. Вот так вот. На этом же месте я сидела. И показывала вам. Не помню, когда это было. Дня три, наверное, назад. Давайте пойдем помогать Ваюсу. За нами ходят. Мы были вон там, работали. Вы видели, да? К Ваюсу пошел. Разгребали маленькие оливки. Очень заваленные, обрушенные. Мы их чистили, резали, обрезали. Вернее, постригали. Этот за нами увязался. Только пришли сюда кушать, садиться, чай попить. Ты чай не пьешь. Тебе нечего чай пить. Чего я тебе дам? У меня нету ничего. Чай ты не пьешь. Да, нету. Чего я тебе дам? Ты у меня стакан стащил, который я пила воду. Да, да, нюхаешь. Чай здесь. Ты не пьешь чай. Чай налила вот здесь вот и все. А молоко, я не знаю, нельзя собакам нам давать. Мне никуда едать собаке молоко. Вот. Сейчас чай чуть-чуть нальем там. Чуть-чуть молочка с чаем. Вот, мы когда покушаем, тогда, может быть, что-то дадим, потому что собаке нельзя давать перед тем, как есть хозяин. Вот такие вот вещи. Нет, ты давай иди, сейчас тебе Вась прогонит. Я что сказала, Вась прогонит тебя. Вась не кушает с собаками вместе. Вначале он покушает, потом вы будете кушать, он вам даст. Ой. Досыт это скиляки метанофай. Привет, скажешь всем. Ваю, привет. Эла, ты напину мы цай? Чай, не, цай. Цай. Кушать сухарики собакам дала, сухарики. Фага на идье. Этот сухарики кушает и тот. Нету больше, все. Все, что было, отдала. Оля, ты отводишь в душу. Два штуки. Два они пришли сегодня. Один, который я выдали, выдернула вот этот вот, который выдернула жука этого, а тот другой. Элла, да? Тут бояка вот этот вот не подходит. А тут дает. А в то же день афинит на хайдевиш. Ту алуш афинит хайдевиш. Пьё и не филот ему шалуш. Не, в тане, да не хвалу, пай. Фага ты сис. Ну не хвалу. Ты пута. Цай сис де пинити. Цай де пинит авто. Кинегошкила не. У Йоргу сарыся авто таскиля. Йоргусу нравится нашему соседу здесь участки, который с картошкой, с луком продает на базаре. Его собаки кормят. Сейчас. У Йоргуса эрхиты катесты с пенде. Пендемис и таизит автуш. Он приезжает сюда вечером. Он смотрит, что нюхает, что-то увидел там. Ты китасики. Автуксир нула иду. Дыки не ган автогуруния. Гуруния туфан автодешкиля. И не на микрофта, на гиру. Это там. На дуфри, не, то ксерит. Ну, да, не, не. Я говорю, дикий кабан, говорю, не сможет справиться эта собака с диким кабаном. Она, говорю, кабан, говорит, и задерет ее, вот эту собаку такую. Это охотничья у него, охотой занимается. Да, да, вот такие вот дела. Ладно, все. Пама, спите? Ага.
Мы перекусили и поедем домой. Сейчас чай попили с печеньками. Это были печеньки и эти самые сухарики. Отдала сухарики им, печеньки мы покушали. Все, уже устали, мы сегодня поработали. У нас еще пятницу и субботу надо работать. Еще целая куча работы. У нас еще много работы, девочки, мальчики. С этим наводнением, видите, что делается здесь. Ой, так вот. Вот так вот. Все. Здесь почистили.